А в столице Удмуртии патриарх Кирилл посетил промышленное предприятие «Концерн Калашников». Святейший владыка ознакомился с производством, а затем состоялась встреча с трудовым коллективом. В тот же день для представителя Русской Церкви провели еще одну знаковую экскурсию. Святейший патриарх посетил музейно-выставочный комплекс «Ижмаш». В музее ижевских оружейников собрана уникальная коллекция экспонатов, которая демонстрирует историю развития ручного огнестрельного оружия в России. А в одном из залов, где представлены знаменитые ижевские мотоциклы, предстоятель, как оказалось, и сам мог рассказать сопровождающим его экскурсоводам немало интересного. С амортизаторами, но раздельные седла, это Х-49. А с общим седлом и с закрытым карбюратором Х-56, ваш покорный слуга, на них ездит. У меня открыты все категории на правах. А началось все с 16 лет с мотоциклов. Да вы что? Да. Так приятно, что вы ездите на наших мотоциклах. Это уникальнейший экспонат. 1929 год. Создатель этого мотоцикла Мажаров Петр Владимирович. За 8 месяцев на нашем ижевском оружейном заводе в 1929 году были сделаны 5 разных конструкций. К сожалению, сохранились только 2. Двухцилиндровый, четырехтактный, V-образный. 24 лошадиных силы мощность. Один криминал, это была просто сказка. И вот эти у нас. Сделаны в России уже здесь. Сделаны в России.